ONF — это не партия, и, на мой взгляд, она, в общем, не задумывается как партия, и партии не будет. И это как раз задумывается как некое надпартийное образование, в которое могут быть интегрированы различные политические как раз партии, в том числе «Единая Россия». Помимо «Единой России», там уже сейчас состоит там «Патриоты России», там «Родина», там, насколько я понимаю, в работе ОНФ принимают отдельные депутаты от «Справедливой России». Не удивлюсь, если там же будут депутаты даже от ЛДПР и какие-то даже, может быть, от КПРФ. И задача ОНФ в данном случае, в отличие от задачи классической партии политической, которая призвана, скажем так, осуществлять борьбу с другими партиями на политическом поле, задача ОНФ несколько иная. Она призвана интегрировать различные политические и общественные организации в определенный механизм взаимного диалога для того, чтобы, насколько я понимаю, вырабатывать консенсусные решения по различным таким стратегическим политическим вопросам, связанным с развитием страны. Насколько этот механизм будет работать, я пока не берусь говорить, потому что, в конце концов, это такой для российской действительности достаточно новый эксперимент, и подобных организаций, в общем, до сих пор не было. Получится или нет, вот я не знаю, но хотелось бы надеяться, в принципе, в самой задумке вот этого, ну, как бы, Общероссийского народного фронта я вообще ничего плохого не вижу. Посмотрим, как он будет работать.